Йо-хо-хо, вояки, всем здорово, это War Thunder. Здорово, вояки. Да. И что у нас сегодня? Сегодня у нас Америка. We are living in America. In on the bar, да? Да, в on the bar, ну типа того, да. Сегодня попробуем вот эти вот легкие танчики прикольные, прокачанные. Первая армейская дивизия. Ironside, да, вот тут написано? Да. Впереди, сзади ничего нет, Америка. Old Ironsides. Слушай, ну М2А4, насколько я помню, это, ну, начальный уровень. Мы на них тащили, я помню, от души. Поехали. Все, давай. Готов? Ты нажал? Ты не готов. Да, не готов. А вот сейчас я сейчас уже должен быть готов. Сейчас ты тоже не готов. Как нет? И сейчас ты тоже не готов. Нет, там готов. Нажать готов кнопочку, там прям в чате должна быть кнопочка готов нажать. А в чате, вот оно как хитро придумано. Сейчас приглашение, вот это, наверное. Внизу там кнопочка, нет, не готов. Вы готовы, написано. Вот сейчас готов, все, отлично, поехали. Ништяковская. Бомбить. Ух, не знаю, что из этого получится. Учитывая то, что мы катили в прошлый раз на танках как бы покруче, поэпичнее, сейчас у нас как бы... Мы там так катили, что вот эта вот большая штука с вот этими непонятными пушками там валила нас только в путь. Это напоминает сейчас разговор блондинки, допустим, там с автомехаником. Да. Штучка вот эту вот, ее сюда вот я нажала, а эта кнопочка потом сделала вот так, вот я, короче, такая вся, ой, все. И получилось, да. Ребят, чтобы не было таких ой, все, ссылки у нас в описании. Да, кстати, не забывайте. Бонусы при регистрации. Угу. Быстрая прокачка. Вот дела. Быстрая прокачка. Тунис. Да. Тунис. Давай. Сейчас посмотрим, что там в Тунисе у нас. Сейчас лососнем тунца. Тунца в Тунисе. Лососнул. Тунца в Тунисе. Да, тунца кстати, в Тунисе. Звучит? У вас нераспределенные снаряды. Ай, ладно. Нам хватит столько снарядов. Кстати, воду вижу. Тут вообще суша есть у них в Тунисе? Есть. Здесь пески. Пески с камнями. Ох, я помню, принц Персии, пески времени. Вот это было найс, конечно. Ну, давай, 2 секунды вперед. Давай. О, поехали. Ой, тихо. Ну, давай на точку А тогда. Тихо, так, клавиатура. На вижу. Точку А, да? Давай. Ох, ты едешь, знаешь, такие выемки из песка. Да, красиво. Следы, как в этом спинтайрисе наподобие. Да, но в спинтайрисе еще круче. Не, ну... Там вообще программа... Кто меня бомбит? Цель. Какой мудак меня стреляет там сзади? Ой, какой-то шкаль, наверное, слушай. Шкаль обоссанный, да? Стреляет Микса Иркутск какой-то. Миха Иркутск стреляет. Миха с Иркутска, ты мудак. Да, просто дуралей какой-то. Я вот не понимаю, нахера это делать? Ну, пути школьника неисповедимы. Я, это да, это точно. Невозможно понять логику. Бля, он реально меня стреляет, представляешь? Меня тоже бомбанул пару раз уже, поэтому Миха, смирись. Ты не, Миха, я понимаю, что ты идиот, но давай ты не будешь показывать натуру свою всем, что ты идиот. Идиотикус школьникус подвид. Слушай, прям класс, вообще как боженька с малым, блин, понимаешь? Блин, не туда приехали, здесь тупик. А тут есть friendly fire? Я заехал куда-то вообще не туда, здесь тупик для меня. Нормально, Женя, давай раскочегаривайся назад, сейчас проедем. Зачем вы сюда едете? Зачем за мной все едут? Здесь не сюда вы приехали, вот не надо сюда. Парняга вообще врезался в дом, в Тунис. Тунисский дом. Куда приехали, е-мое? Какие-то зилки долбят непонятно. Что происходит? Едь туда, вперед. Сейчас, разворот. Кувшины какие-то стоят. Алекс, этот, как тебя там, Трухин? Ты же мог подождать, пока я вырулю, ёпта. Помогите, пожалуйста, нам пишут. Помогите, пожалуйста. Что за дебри, а? Что-то в обмане, да, как раньше, помнишь, спамили? Или типа, мама, я попала в беду. Да. Иди мне на такой-то номер деньги. Было такое, да. Ну, видимо, кто-то на этом получал что-то все-таки. Да, скорее всего. Какие-то же были, наверное. Перечисление. Ну, наивных людей и лохов в мире много, так что чего удивляться. В принципе, да. Так, слушай, ну я приехал на точку А, вот как я и говорил, да, сюда нужно ехать. Давай. Только здесь врагов пока нет. Вы захватываете зону А. Да я вообще красавчик. Ты вообще там на захвате, я смотрю сегодня. На подхвате, знаешь. О, отлично. Так, я разбомбил старую военную технику. Ой, женечек, гасится. Да. Гасится очень сильно при том. Эх, у меня сломанная. Хорош, я тебя прикрою, если что. Ну, как всегда, техника уничтожена. Я его кацанул, там потом добил, и техника уничтожена. Классно, блин, сделано. Разделение такое, знаешь, да? Да, есть очков. Это как в прошлый раз, там ты больше сбил, а я в итоге там... Слушай, а тут танки покрупнее катаются еще. Да. Есть, техника уничтожена. Ты как там наяриваешь? Пошел тащить, ё-моё. Ой. Так, артиллерия пришла, аккуратно. Артиллерия пришла. Ну, что я могу сказать? Точка А наша, точка Б почему-то пустой. Попробуй, кстати, переехать мотоцикл, чисто по приколу физику посмотреть. Давай, все, он разломался напополам. Да. Вон машина стоит, бочки, можешь проверить. Бочки не взрываются, случайно? У меня мотоцикл развалился, реально красиво. Ну, он красиво, да, я видел, как колесо отвалилось там.
Черт, люблю физику в играх, даже больше, чем графику, понимаешь? Да, кстати, это же интересно. Маньяк. Когда разрушается все, всегда интересно наблюдать всегда за этим. Да. Блин, а какая-то была, по-моему, Red Faction. Машинка сломается, нет? Red Faction. Горилла. Ой, блин. Горилла, да. Горилла. Помнишь, как там? Да, да, да. Там вообще круто сделали, конечно. Так там акцент был как раз на вот это вот все разрушаемость. Ну да, учитывая, что ты мог пройти там полуровня просто в пещерах каких-нибудь там. Зачем надо было, допустим, заходить в здание с главного входа, если можно было тупо его разрушить, понимаешь? Или сбоку стену сломать и пройти. Так, эта игра была ого-го какого года? Ну, она старая, года 2010, может, да, может, так, раньше даже. Первая часть тоже такой же кошерной была, чего ж там. Вот оттуда и пошло, в принципе. Ну, вот они молодцы насчет этого. Это что там стоит? Где-то кто-то, я Red Faction, прекрасно. Где-то кто-то, я Red Faction? Угу, как Satisfaction, только Red Faction. Перезаряжай! Классно. Сейчас я не могу понять, мы что-то кружим с тобой, кружим. Меня кружим, сняли кружим, просто кружим на раз-два опять, вот я не успел даже вот нацелиться. Чувак просто как-то подкатил, знаешь, так чпунь, все. Чувак подкатил к тебе? Да. Подкаты к дяде Жене? Подкаты от чувака, СМС? Да. Прямо вижу сейчас, онлайн. Вижу, вижу. Слушай, а этой карты не было раньше, по-моему? Нет, Тунис новая, мы сюда не попадали еще пока. Тунис так новая, так тихо проезжаем. Песчаные барханы, я поехал на точку Б захватывать. Ух, вижу, вон там засранец катается. Сейчас ты у меня попляшешь, твою мать. Я поехал на точку Б. Рискну здоровьем. Ты еще жив все еще, да? Да, представляешь, удивительно, но факт. Ты живой пока еще? Да-да-да. Молодец. Я живее всех живых. Ай, попаданицы! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ремонтируйся, твою мать! Так, вторжение бомбардировщиков. Да ладно. Давай же, ну ё-моё. Точка Б. Я сейчас точку Б бомбану, поскольку там враги наши тусуют. Давай, стреляй. Да, попробуй, я сейчас тоже приеду. Я попробую, я туда артиллерию запустил. Сейчас посмотрим. Надеюсь, там подбомбит немножко товарищи. Пригорит у них очко. Должно. Должно было бы, хотелось бы. Было бы, хотелось бы. Эх, чувак, зачем ты от меня спрятался? Не надо вот этого. Чувак, зачем ты спрятался? Там какой-то короткодульный летает, ездит. А ты на чем катался? На первой армейской дивизии? Я другой сейчас взял, который маленький танчик такой. Я тоже возьму. 73 нераспределенных снаряда. Зачем, спрашивается, столько? Куда мне столько снарядов? 73 нераспределенных? Ну, едем, едем. На точку С едешь или куда? На Б. А, ты так решил. На То есть тебе там Б проехать придется солидно, сейчас попробую. Да. Я чувака, в общем, бомблю. То, что нам писали. Вот у нас все танки, получается, легкие, то есть самого там начальника. Да, да. И такие же, получается, у врагов. Ну да, делится. Потому что дисбаланс, это, конечно, задница была. Технику уничтожил, ну наконец-то, хоть я что-то сделал. Жень, давай, тащи, я знаю, что первый, когда пойдет, Я аж от это прям курок не спускаю. Курок Кобейн. Курок Кобейн, ну. Курок Кобейн. Курт Кобейн. Помнишь Курт Кобейна, да? Да, конечно, помню, в Сампе это Курт Кобейн. Ты никогда не забудешь, Курт Кобейн. Это... А еще что-то было, я вот не помню, правда, что, но что-то еще было, было типа Курт Кобейн. Да, было, точно, я тоже помню. Курт Кобейн. Да. Кто такой? А, по-моему, нет, не Майкл Джексон, что-то с Майкл Джексоном. Майкл Джексон? Что-то было такое подобное, да, похожее очень, да? Скибери-бери Нугарачок, блин. А, ну Нугарачок это вообще отдельная тема уже. Скибери-бери Нугарачок. Кобейна это хорошо. Это I'm что-то... I'm a Scatman. Скибери-бери Пиадараптоп. Нугарачок. Так, ты в воду сразу хочешь? Я тоже попробую. Да, я разогнался как раз. Ой. Смотри, там противотанковые эти херени стоят. Ёжики. Угу. Ёжики, ёжики. Сейчас заедем, смотри, в тылу врага. Я помню... Игрушка хорошая. Это диск, при том самом... Ой, жиёчек! Меня вандал просто снял опять. Да я вижу, вижу, вижу. Сейчас меня тоже надо снимать. В тылу врага? Да, в тылу врага. Я помню, первую часть купил еще, был, по-моему... Ну и как? Локализация там забавная еще была. Понравилось тебе? Мне понравилось. Там разрушаемость классная была. Да. Ну вообще-то эти стратегии... Это же стратегия, по-моему, была, нет? По-моему, это РТС. Ну, там не стратегия, там строиться не надо. Там едешь, и мелочи дается... Полустратегия, да? Нет, это не стратежка. Точно не стратегия? Точно, казалось, точно, точно стратег... нет. Да? Это типа вот как было Командос, по-моему, такого типа. А, тактическая, стелс. Тактическая такая игра. Но Командос сложная там... первая. Ой, там оно все сложное. Ну почему? Я обзоры читал еще в игромании. 3D сложная. Нет, наоборот, 3D легкая. Есть версия какая-то Командос 3D, там, по-моему, называется, то ли 3, то ли 4, там уже полегче. Но вот все равно надо как-то по стелсу, как наподобие в этом Пандора Тамору там и так далее. Splinter Cell. Да, Splinter Cell, конечно, хороший. Я вот всю прошел Splinter Cell, кстати, прям получил удовольствие, честно слово. Я тоже, кроме последней, я тоже все прошел. Она классная прям, она реально классная вообще. Ой-ой-ой, я, по-моему, снаряд где-то падает, я слышу. Да. Я попал. Ну, в плане попал в танк. Не я попал, а... Опять.
Да. Скибери-бери на горочок. Ну, горочок скорее стреляет, и дурачок, да? Видишь, какая рифма получилась? Для врага то, что надо. Скибери-бери, дабдараптоп. 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 Ну, дабдараптоп. Ну, именно что... Ой. Ой, как много здесь человек. Ладно. То есть я мандала стреляю спереди. А ему кофе. Ну, понимаешь? Вообще мандалу насрать. Параллельно вообще. Тебя подбили, да, я так понял? Да. Я его встретил, я дрифтанул, как Вин Дизель в Форсаже, и толку от этого никакого не было. Возьму я первый армейский дивизион, наверное. Я уже взял. Звучит очень эпично. Первый армейский дивизион. О. Скибери, блин. Тут так. Прицеливание на миллиметр, знаешь, вот прям. Да, нужно да. Миллиметрично прям прицеливаться. Туши давай. О, я вышку в один. О, я уничтожил. Я уничтожил, но у меня горит пукан. О, пожар потушен. У тебя горит пукан. А толку? Ты знаешь, один раз нажал тушение, потом второй раз нажал тушение. Ну, почему же? У меня именно так. Слушай, чувак лавирует, постоянно двигается. То есть, как нам и говорили, нужно не на месте стоять, а двигаться нужно постоянно, да, понимаешь? Тут нельзя еще бок открывать. Бок открыл, все. Как бок открыл? Ну, боковые, в принципе, плохо защищены у танка. И задница, по-моему. Серьезно, что ли? Да. Блин, а что? Кто говорит, ромбиком вставай? Ну, обычно самая крепкая броня у танка, насколько я знаю, это лицевая. То есть, лицо. Самое крепкое считается. Боковинки, там, где гусеницы, там не так защищено. И задница, потому что там у нас двигатель, там у нас бак этот, все дела. Так. Спустя 30 серий хоть нюансы выучили с тобой. Что с моим прицелом, а? Что с твоим прицелом? Ты не попадешь отсюда, там далеко. Ну, я попал в него, но у меня зеленый, все, как бы, крестик был по-человечески, все по-братски. У меня тоже зеленый был, но... Блин, интересно, здесь я проеду по этой водище, нет? Блин, как это, как Лалыч за тобой, твою мать. Я по водище проеду? Ой, как хорошо. Ой, проезжаю, слушай, мне нравится. Такой лягушатничек, знаешь, как пенсионеры, когда отдыхают в лагерях, не в лагерях этих, вот, не в пансионатах. Да. Вандал, я смотрю, всех делает. Вандал просто по черноте душевный тут. На то он и вандал. Ну куда ж ты едешь-то? Ну определись ты, батя. Смотри, я назад, он назад. Ты что, дурак, что ли? Ну, после Михи Иркутска я уже удивляться перестал всему в этой игре. Рачье. Ну как рачье? Надо же как-то в кадр попасть, правильно? А, если только с этой стороны смотреть. Многие ребята любят вызывать агрессию. То есть нет, что привет, там, спокойно сказать, там, как дела? Давайте вместе затащим по-братски. Нет, давай лучше обматерим, оскорбим, постреляем, чтобы нахрен жопа горела от этого. Ну ничего страшного. Это в другой игре. Ты знаешь, какой это игра. Да, я знаю, да. Здесь это тоже работает. Тоже, да? Это функционирует? Естественно. Так, а где враги? Что-то мы, по-моему, фейлимся на шкале. Да на хотя шкале мы наши, зафейлимся. Хотя наши две точки заняты, вот точка А сейчас захватывается, насколько смотри, я понял, нашими тоже. Я вижу спокойно. А нет, точка А нейтральная, наши захватывают. Видишь, синеньким загорелось. Печалька. Скибери-бери, даб-дараб-топ. Ну. Вот именно, что надо взять граммофон и спеть, блин, скибери-бери. И даб-дараб-топ. Все, потому что все плохо. Вообще никого нет, где враги-то? Я объехал все. Подожди, мы не тащим. Смотри, у них вроде все захвачено. Во, едет, получается, вот он. Странно. Едет. Странно. Так он стоит на месте. Это чей танк-то? Просто сгоревший танк? Суки! Написал Леха. Суки. Как это вежливо, танк? Согласись, как это правильно, да. Красиво. Да вообще, как бы слов-то больше и нет, видимо, в русском языке. Великий могучий, да. Да. А сейчас он называется не Великий Могучий, а Великий Мудачи уже, наверное. Мудачи, да. Ну. Тут, слушай, нет танков, я тут круги нарезаю, никого нет. Ну, давай, Эрондондон, задрифтуй. Вот теперь меня кто-то бомбит потихоньку. О, ну да, посмотрим. Скибери-бери. Может, сверху, может, самолет. А, самолеты, слушай, давай. Парашютист, смотри, по-моему. Чем мы с тобой круги нарезаем? Вон самолет, вон самолет, видишь самолет? Вижу. Вон он. Далеко, то не самолет, правда. Вон, флажочек, вон флажочек. Вон чувак летит к нам. А я думал, это парашют. Не-не-не, там, когда увеличиваешь. Давай прицелимся, где он там? Слушай, у нас еще все шансы есть, нам на точку С ехать срочно. Давай. Вот туда точка С, вот туда. Да, едем. Давай попробуем на точку С. Там, видишь, у нас есть возможность сейчас отвоевать точку С, и мы затащим еще даже. Давай попробуем. Поскольку у нас две точки уже захвачены. Черт, я пока не вижу просто отсюда. Вот ты правильно едешь на точку С. Да, вижу. Нет, я не вижу там врагов. Просто. А, там они там. Как крыса, знаешь, засели. Да. За скалами. Там за туманами. Вечными пьяными. Вечными пьяными, да. Сидит какой-то Васька-танкист. Васька? Там интересно, кот Васька, пес Васька, танкист Васька. Прекрасно. Как я разогнался, как прям этот. Слушай, ни хрена себе, ты можешь как-нибудь помедленнее. Форсаж мастер прям, слушай, вообще. Фига себе ты дал.
Нереально просто. Даду. Все, на мост уже как-то сложновато забираться. Слушай, так подожди, есть шанс затащить еще. Да, смотри. Да. Да ладно, ты издеваешься, что ли? Не может такого быть. Да, затащим сейчас, едем на точку С. С надо захватить. Есть. Миссия выполнена. Уничтожено земные цели две. Отлично, там немножко захват зона одна. Я зону захватил, я убил двух людей и два раза умер. Ну, в принципе, тебе осталось только медальку дать и все. Но я выше тебя, да? Да, я вижу. Я хорошо поднялся в рейтинге. Ты хорошо поднялся, Жень. Прям вот вообще на вершину самый Forbes попал вообще. Да, элитные люди. Свою яхту купил, акционерное общество открыл, короче, инвестировал во все, что можно в этом мире и нельзя. Ну что, давай теперь за авиацию. Вот этот странный истребитель выберем, у которого сзади винт. О, я, честно говоря, когда первый раз увидел, я даже не понял, где у него перед, где зад. Ну вот, да, кстати, он как-то очень так футуристически выглядит, знаешь, как из фильма, например, какой-нибудь «Космическая Одиссея» там или что-то подобное. Да. Ну что, ты готов? Если убрать у него стекла, допустим, вот его получится, как из «Звездных войн», прям. Это да, давай, получится дрон. Это получится дрон. Дрон, американский дрон, да, если убрать у него стекла. О, Маздок. Интересно просто посмотреть. Маздак? Маздок. А, Маздок. Макдак. Макдак, да. В Макдаке будем воевать. Захвати, удерживай превосходство. Слушай, а тут есть голосовая связь? Нет. По-моему, есть. Нет. Полный баг, 20 минут. Зачем мне полный баг? 20 минут давай. Так, да, час летать зачем? Да, зачем полтора часа летать там за час? Время сведения давай сделаем 300. 400 у меня стоит по умолчанию. Я что-то аж как-то не трогаю в последнее время. Внимание на карту. Я помню, ты менял очень часто. Да нет, я как раз-таки вообще не менял. По-моему, ты менял. Нет, или я менял. Это ты менял, я что-то как-то редко. О, что это такое, ёпты? На аэродромах нужно господство. Господство? Да, а если врежемся, чьё господство будет? Вон, точка А, аэродром, туда надо. Уничтожить самолет и технику противника. Хорошо, давай. Будем стараться. Вон еще внизу сколько точек, смотри. Как интересно, смотри, этот винт вращается, его даже не видно, как он вращается. Ты просто как сосисочка с крыльями. Да. Сосисочка с крыльями. Сосисочка с крылышками. Слушай, классная штука, я тут таких не видел. Я тоже не видал пока. Ну давай попробуем. Давай рискнем. Твою мать. Давай рискнем, давай попробуем, давай. Так. Валерка! Чувак давай садится на аэродром. Блинский! Слушай, там такое гостилово, ты бы знал. Это хрень неразворотливая. Это истребитель еще называется. Ну так. И это называется истребитель. Таких, все, его завалили, я только подлетел. Ну как всегда. О, вообще на самолет сбит. Меня немножко прет сегодня. Лаг 3 прет? Лаг, да, я одного сбил. Уже? Угу. Это что, я тоже сбил, отлично. О, второго сбил. У него, кстати, очень бронебойные снаряды, очень бронебойные. Если ты помрешь на этом вертолете, самолете, ты увидишь, как его эпично крутит, потому что он очень легкий, видимо, аэродинамика нарушается. Но он очень бронебойный, я уже двух сбил. Я тоже очень сбил. Очень бронебойные снаряды. Так, проверим другой. Вот дублер есть, надо посмотреть. Дублерчика. F6, попадание. F3. Так, ну, неплохой, знаешь, неплохой, неплохой. Ты уже тебя уже сбили, что ли? Да. Ну, я двух сбил, и меня сбили. Такой приятный звук. Ну да. О, у него два этих, две мины эти можно бросить. Лавировать можно, кстати. Неплохой самолет, правда, сосисочка очень такая неразворотливая, очень долго разворачивается. Сосиска мобиль, прекрасно. И, судя по всему, меня зацепили крыло или что? Меня немножко... У меня крыло оторвалось полностью, и там вообще жизнь была. Меня как-то заносит. Да? Тебя тоже заносило? Ну как сказать, нет. Если, конечно, повредили тебе твои крылья туда, то там занесет. Ну, P-47D, кстати, скоростнее, чем вот эта вот моя корытка. Естественно, он и меньше, по-моему, легче, наверное. Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно, я же подбил его, критическое. Есть, самолет сбит. Значит, ты взял его, наверное. Ого, нет, смотри, средний танк. Самолет сбит, еще один сбит самолет. Нормалек. Все, пошел в разнос, отец. Пошла так. Жара, пошла. Ай, япона, мать. Меня подбивают, да причем что больно. Да что еще раз? Да. Ну, Як-7. Як-7 хороший самолет, как ты думаешь? Мне тут больше нравился. Какой? Сосисочка? Да, сосиска. Ну, сосиска, он не разворотливый, но он очень скорее такой... скорее не сосиска, а бумеранг, я бы даже назвал. Почему бумеранг? На бумеранг похож. Да? Чего, ответ? Какой ответ, ёб? Ладно. Кому ответ? А там я нажал J и думал, типа, эвакуироваться как бы. А, не. Уже не работает? Не. Ай, блин, вальнули, я только подлетел к этому чуваку, уже все. Могу спросить, почему раньше работало? Не знаю, вот. Как здесь все быстро происходит, а? Ну, это же Маздак. Маздак. Евгений Маздак. Да. Звучит тебе как сыр, прям, как Маздам, как сыр. Ну да, похоже на сырок. Маздак, Макдак,
Моздок. Да ну как так-то? Да что ж такое? Ё! Столкновение самолетов. Меня, по-моему, свой сбил. Но... Да, ты умер сам, смотри. Ну почему сам? Меня кто-то врезался, я не сам умер. Ну написано, как будто ты сам погиб. Это очень плохо. Ладно, выбираю F6, F3. Давай. Это на акулу больше похоже. Как акула, знаешь, такая большая, грузная акула. На дронах летаем. Нормально. Вон Eminem Rap God вижу. Eminem Rap God. Motherfucker God. Slim Shady, что ли, блин? Оу, тихо. Slim Shady стайл? Slim Shady. Please stand up. Please stand up. I repeat. I repeat. Please stand up. Please stand up. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. May I have your attention, please, блин? Ладно. Ладно, сейчас. Просто пытаюсь, не могу так развернуться-то, ё-моё. Ладно, хрен с тобой. Ну, лавировать можно, конечно. Очень так, знаешь. Как можно. Самолеты интересные очень. Да они очень интересные. Японский ты городовой. Как тебе самолеты? Неплохо. На, сбито, отлично. Я его сбил. И сам помер. Вот это классно. Вердуса Сака я сбил, короче. Классно чувак делает эти пируэты, бочки всякие тут. Ну так это надо уметь, ну, продаются, знаешь, вот эти вот помимо рулей продаются такие вот... А, да-да, штурвалы. Авиа, да, такой штурвал. Штурвальчики, ну. Авиагеймбат или как-то... Да-да-да, ну штурвал уж, в общем-то. Да, такая вот штука. Ну, конечно. Рукоять это, прям такая, это для, знаешь, игроков такая, уже таких, знаешь, забористых. Да, да. Нет, ну, в принципе, вещь хорошая. Почему? Одной рукой у тебя сразу под рукой и все, да, пальцы что работают. Ты такой дерзкий-то, паря? Расслабься. Ай-яй-яй, ай земля. Земля, вызывай вас. В иллюминаторе земля. Нет, этот самолет мне меньше нравится, чем сосисочка. Сосисочка. Сосиска тащит, согласись. Хоть у этого есть бомбы, но насрать на них. Сосиска постабильнее как-то была очень. Стабильная сосисочная ситуация. Ну я ж попадаю, ну, в упреждение же, ну. Не, 600 метров, откуда я попадаю, я тут, ага, попадешь ты на... Ой-ё! Я что-то в самую гущу, там 6 самолетов летит. Фу. Вражеских, причем нафиг я туда вообще лечу? Да попадай же ты, твою мать! Сукин сын, а? Ой, как все опасно. Ой, меня бомбят, как их тут много. Согласен. Все, меня на части разорвало просто. Я горю. Горишь? Можно я сделаю джамп? А нельзя, меня... Джет, там уже пит команду у меня. Enemy Rip God меня, короче, засчитали почему-то эмочки, а сбил меня почему-то турист. Давай, сбивайся, япона ты мать. Есть, наконец-то, господи. Ладно, возьму сосисочку. 8 дублеров. Много. 8 дублеров? Да. 8 дублеров дяди Жени. 8 дублеров рассказ моих. Такая, да. Рассказ о жизни, знаешь? Да. Дублеры. Знаешь, 8 раз можно было. Один бы реально ролики бы записывал, второй бы стримил сразу бы, да? Да, вообще классно. Занимался новыми проектами, там, в Расте следил, там, и так далее, понимаешь? Клоны. Клоны. Дублеры, клоны. Может, когда-нибудь придумают, но тогда человечество просто... А, и уже неинтересно будет, уже бред получится, но уже будет неактуально. Падай, сукин ты сын, куда ж... Что такое у тебя там происходит, что за мясо? Собачий. Я просто вижу, противник сел, короче. Я такой подлетаю, бомблю его, пытаюсь что-то сделать и сам разбираюсь. Там... Да, жож! Жож, да. О, самолет сбит, классно, сосиска вообще тащерский самолет. Я тебе говорю, сосиска самолет... Сосиска, да, это просто ультра. Ты посмотри, как мы тащим-то. No. Практически в сухую. Я же говорю, сосиска это вообще огонь. Вот, все, у меня закончились. Буду за тобой следить. Давай, Жень, сосиска мобиль. Имперский центурион какой-нибудь, надо ему что дать имя. Давай, Чака. Все, самолет сбит, есть, отлично. О, самолет. Ой, у меня весь экран в грязи. Просто, понимаешь, они думают, что ты летишь к ним задом. А, да, кстати, может быть, это и так сделано было с точки зрения стратегии какой-то такой. Мне кажется, так и есть, наверное. Ты знаешь, обманный маневр. Тоже был сзади пропеллер. У тебя сзади пропеллер. Да. Вот. Eminem Rap God, я лечу к нему. Давай. Хурикен у тебя там, хурикана. Хуриканом? Катаном. Хурикан, да. Поднажмем, победа давай. Близка. Давай, бомби его. Готово, самолет сбит. О, есть сосисочка. Это не тема. Сосисочка просто божественна. Сосиска хорошая, да. Сосисочная пати. А почему сосиска, если на сосиску не похоже? Ну, похоже, сосиска с крыльями. А, ну, бумеранг он изогнут, а это что-то как-то не особо изогнуто. Или как в детстве самолетики из бумаги делали. Да? Ну, может быть. Такого чему-то типа. Про сосиски. Ребята, я помню, умели делать такие, знаешь, продвинутые. А, ультрасамолетики, которые долго-долго летали, да. Они такие, знаешь, были жесткие, хорошие. Потому что я делал простые, то есть вернул, да. свернул и получился самолет. Да. Такой большой, делали, неотесный. Видимо... Он легкий был, а сопротивление с воздухом он ломался. А ребята делали, видимо, такие более прокачанные самолеты. Они делали небольшие. Да. Да, они были такие тяжеленькие и хорошо летали. У тебя аэродинамика была прекрасна.
Есть, самолет сбит. 8 штук я сбил. Джейн, отлично. Вот это. О, я 8 самолетов уничтожил. Надо же, мое место в команде второе. Да как так? Вот это малорик. Это нормально. Отлично, ну-ка. Стат. Что у нас там? Что вы хотите, исследование? Вот, другое дело, стат, отличный. Прекрасный стат. Так, нанять экипажик, обучить экипажик. Выбрать экипажик, нанять экипажик. Неплохо, неплохо. Ты, кстати, на каком? Первый, второй, третий, четвертый. На четвертом месте, получается. Ну, видишь, практически пятом, в тройку да, вошел. Да, да, да. Так, давай. О, заказать ОС-2У. Не, чего не у нас еще не было? Япошек, по-моему, да? Япошек не было. Давай попробуем япошки. Есть там что-нибудь у нас модненькое? Помню япошечки. О-хо-хо-хо. Тут какая-то, знаешь, как сигара такая. Давай попробуем сигару. Большую тут, давай. Давай, полетаем. А что у нас есть? А, а у них, по-моему, нету, да? Давай, давай. Да, да, давай, попробуй. Готов? Да, конечно. Ты сигару выбрал? Да, там есть сигарка, давай, да. Есть какой-то знак еще впереди. B17E это выбрал, да? Да, а впереди что за знак? Символика какая? Это японский, типа солнце восходящее, видимо. Солнце восходящее. Это как на свечах НЖК, типа такая же солнце. Видишь, как сарделька, смотри. Там у нас сиска, тут сарделька. Сигарочный, ух, какой он большой. Это же... Это что это? Это тяжелый бомбардировщик. О, турель три штуки, турель две штуки, бомба. Я видел коды, кстати, на War Thunder. Там можно голых баб себе налепить, там летать на истребителях из Звездных войн, там на летающих тарелках. Ну, чушь такая всякая. Ну, это уже так, это любительские какие-то из сообщества. Вражеские наземные цели мы сейчас будем с тобой уничтожать силы. Ну, нас это мало интересует. Ты кого возьмешь? Штормовой взрыватель. Истребитель. Истребитель. Ну, вот это возьму сигару, вот этого тяжелый бомбардировщик возьму. Да, я тоже сигару попробую. Потом уже возьму истребитель. Сейчас попробую бомбардировщиком пока посбрасывать бомбочки. Сигары. Сигара. Мистер Сигара. Мистер Коломбо. О, Коломбо, я помню. Ну, каждый божий день. Шикарный же сериал. По-моему, по выходным или в пятницу, или по выходным. Ой, как высоко мы летим. Четверг даже. О, да, что-то. Слушай, он какой маневренный, смотри. Оп-оп-оп-оп. Ну, как тебе сказать маневренный? У меня маневренный. Ну, я бы не сказал, что супер маневренный, но да. Ну, я имею в виду, что ты влево-право очень быстро делаешь. То есть он может сделать 360 быстро. Ну, если так смотреть, с этой точки, да. Перегрузка 7G. Так ты другой взял, у меня супер бомбардировщик тяжелый, здоровый. А, в этом. Я лечу где-то наверху. Я взял мистера сосиску. Да, значит, у меня другой самолет. Скорость почти 600 километров, он маленький, очень быстрый. Курсовое вооружение у меня не установлено, я могу только бомбить свысока. Бомби. Ну, этим я сейчас и буду заниматься. Этим я сейчас и буду заниматься потихонечку. Ёпта! Сука, побил немножко. Порвали. Порвали уже. А, иди нахрен, ублюдок. Уже рвут? Да, больно бьют, больно, да. Ну, неплохо. Главное нижних не брать, понимаешь, внизу цель какая-то более доступная, что ли. Да. Это ты прав. На, сукин сын! Твою мать. Я бомблю. Снижение нормально. Самолет убит. Я еще самолет убил каким-то образом. Ух, блин, а. Так, ладно. Ё-моё. Дмитрий ЛКС Дхарбурбум. Что-то там такое у него. Истребитель, говоришь? Поехали. Да. А, перегрузка. Часто. Меня подбомбили, я дымлюсь. Нифига себе, да, я тоже взял, как высоко-то летит. Он вообще здоровый, огромный просто, такая бандура. Слушай, от первого лица у него сзади пушки? Бомбы закончились, я, кстати, все посбрасывал, не знаю, наверное, я что-то сделал там. Надеюсь, мне повезло. Тебе повезло. Ну да. Ладно, придется долететь до наземной цели, тогда сбрось. Да-да-да, сбрасывай, там бомбы бросаются только в путь. Если ты правильно поймешь, как это делать, то вообще шикарно там. Так. Ну, там внизу же есть указатель, куда падать. Да. Нормально. Так, я покидаю самолет. О, база повреждена! Есть, я затащил! Нормально. Отлично. А тебя стелс какой-то сбил, всякое. Да, да и фиг с ним, я сейчас возьму сигару. Давай возьмем сигару. Ты летишь 550 км в час, а не чувствуется ни хрена. Да, ну потому что ты огромен. То есть, чем огромнее самолет, тем он не чувствуется больше, да? Конечно. То есть маленький такой, всю, как ветер. Всю. Ну да, это знаешь, как маленькая шестеренка и большая шестеренка. Маленькая шестеренка делает больше оборотов, чем большая шестеренка. Вот то же самое. Ох, там кто-то падает. Ой, там кто-то падает. Бадает? Бадает. Падает. Реклама пива Бад. Ваза, да? Давай бомби. Они сами бомбят. Вот это правильно. Вот это круто. Да, они сами стреляют. Я даже самолет сбил таким образом. Так, я хочу просто попытаться долететь. Ты смотри, у тебя есть нижний прицел. Ты можешь на V еще выбирать другой прицел и бросаешь на пробел бомбы. На пробел. Прям пачками так. Полетела, родная. Давай. Ты сразу несколько бросай. Одной не достанешь. Сразу пуляй кучами. Может, я не попаду.
Ну, попадешь. Может, попаду, не знаю. Не, я такое не очень люблю. Вот эти, вот, знаешь, прицеливания. Да? Вот, а мне, наоборот, почему-то нравится такое вот. Более такое. Нравится. Когда ты подлетаешь к цели, какой-то ублюдок в любом случае тебя стреляет. О, цель не была повреждена. А, нельзя. Слушай, самолет не может сбить танк. Ну, это вообще, конечно. База повреждена, мне дали. Отлично. Да, все правильно. Отлично. Значит, ты сделал дело. Смотри, получается, там вон одна цель есть, еще одна база, да? Две вижу. О! Критические повреждения. Жень, давай от ай, первого ай, лица. Ай, я падаю. 3 секунды, я падаю. Попробуй первого лица. Это самое. Посмотри, как в реале летали. Так, кстати, да. Я уже так переключаю периодически. О, самолет сбит. Я все-таки самолет сбил, мне засчитали. Еще есть какой-то J2M3. Ты на нем летал как раз, да? Я на первом сам сейчас летаю. На сигаре. Или это не сигара? Нет, сигара у меня третья. Второй идет у меня большой неподъем. А, не, у меня вторая сигара, значит. Сигара. Не можем нормальное название давать? Ну, он вообще на сардельку похож. Такой. Кстати, толстый. Из кабины как-то очень сложно целиться, я так подозреваю. Да, это жопа. Ну, они в реале так же целились, получается. Ну, так и летали летчики-то. Да. Пилоты. Потому что мы пилоты. На, сукин сын! Ну. Твою мать. Первым делом, самолеты. О, какая тут заместная тема. Во, помощь уничтожить. Остальные уже потом. Это да. Так. Что-то мы как-то увлеклись прям серьезно сегодня. Ну, сегодня прям хорошо пошло. Есть, сбит, отлично. База уничтожена. Это обалденный самолет, я тебе скажу. Да, очень хороший. Первый сам. Первый, который сосисочный? Нет. Ой, фу, сосисочный. После истребителя, после бомбардировщика. А-а-а, земля. Сукин сын, а? То есть, подожди, вода. Получается, там еще люди играют внизу, или это просто бот? Это, скорее всего, компьютер уже просчитывает там все эти ходы. Компьютер. Я так думаю. Это я помню, когда компьютер... Блин. Шахматиста обыграл. Шахматиста обыграл компьютер? Это Каспарова? Угу. Помнишь, рассказывали? Да, точно. Он там прозрел, психовал, ходил потом. Угу. Ну, компьютер же быстрее просчитывает ходы, чем человек. Ну, так-то да. Это да. Компьютер умножает, делит там нереальные числа. Там человек так не может делить и умножать. Скорости не хватает. Но все равно человеческий мозг как бы... Ну, конечно, лучше и сильнее. Нет, понятно? Он же гибкий, он понимает, он запоминает. Логика есть. У компьютера откуда логика? Как ты ее вложишь, так она и будет. Ну, это да. Сам же он не будет. Так, ну хорошо, давай. Так, что у нас тут? Давай сделаем по красоте. Попробуй. Я не знаю, получится или нет, ты попытайся. Че это ты там? Пупитка, не питка, понимаешь? Пупиточка. Пупиточка. Пупиток. База уничтожена. Задание выполнено. Задание выполнено, да. База уничтожена. Я еще выпустил. Тихо, ни хера себе. Я выпустил парочку сосисочек еще. Пара сосисок. Что-то прям ей захотелось твоими сосисками, понимаешь? Ну, будет как раз смысл покушать. После полетов и вождений различных. Перекус. Кус-кус. Фибер грек какой-то. Наверное, файбер. Файбер дж... Фибер. Нет, файбер дж грек какой-то. Да падай, ты епическая сила, падай. Скоростной парень-то, а. Я так не могу летать. У меня все, накренился я. Наконец-то хоть кого-то сбил. Я накренился, это киртык. Я накренился. Да. Я, короче, падаю. Я падаю просто безмолвно. Безмолвно, падаешь. Я накренился. О, так, еще нормально, Олежка. Я... Ой, мое крыло. Возьму-ка я еще один. Есть курсовые. Мое есть крыло, такие. Мое крыло. Только мое оно. Потому что это мое крыло. Я помню, моя икра. Капитан Очевидность, мое крыло. Потому что оно мое. Блин, дублеров нет. Дублеры кончились? Отдублировался, все. Кто-нибудь извиняюсь за восклицательный знак. Да! Кто-нибудь прикройте меня. Какое общение? Все прям это интеллигентные. Надо еще реально везде вставить в конце знаки восклицания и капсом. Да. Хаджет, понимаешь? Капсом написал. Характер показал. Но. Капсом написал. Капсом. Да подкричал, знаешь, матом проорал просто. Почему-то у меня складывается такое ощущение, что капсом пишут, знаешь, такие толстые школотюньки такие. Почему? Могут и худые писать. Любители покушать. Не знаю, у меня почему-то ассоциация, именно когда капсом пишут и много восклицательных знаков, как будто толстенький такой школьник сидит, такой, а-на-на-на, такой злой. Мама меня. Так, он у земли летает чучело, сейчас завалим. А у реки. Писали капсом, писали мужики. Да. Нормально.
Наш бомбисты, городовой, уходим. Уходим. Ну, 400 метров. А, я покину самолет. За тобой летит фаер. А я уже падаю. Я уже покидаю самолет, ничего не знаю. Женя, вернись, не уходи, Женя. Нет, я уже покидаю. Файбер Грек меня убил тут, да. Да, или фибер. Все, у меня осталась только вот эта бандура. Ну, с ней проблем. По-моему, я тоже немножко вниз лечу. Сейчас я накрою. Победа в наших руках скоро будет. Давай немножко поднажмем. Давай, Женек, давай. Возьмем, как говорится, все. Быка за рога. В руку и попробуем затащить. Быка за рога. Да. За рога, за рога. Кто-нибудь прикройте меня. Зачем? Вот кто-нибудь реально прикрыл не тесака. Как это? Ну, такой ник у чувака, не тесак. А, что его прикрывать? Ой, меня бомбят, Ой, я тоже. Тут, короче, все белое, туманное такое. Да. Ты тоже на бандуре летишь? Ну, знаешь, какое там давление? Просто вот я представляю. Давление, там даже земли не видно. Конечно. Какая высота? Почти 4 километра было. На самом деле, не так-то высоко, самолеты выше могут летать. А, я все равно бомбы поскидывал, я уже падаю и бомблю. Куда снаряды падают? Ты же дал лампочки. Сбросьте скорость, ничего, нормалек, живем. О, помощь уничтожения противника. Браво, Марислав. Куда сбрасывать еще 500 километров? Ты живой еще? Да, представляешь. Ведусь-ка я на тебя, поскольку у меня все кончилось. Я бросил бомбу, вот прикольно, если так попасть в какой-нибудь самолет. А ты попадаешь же. Где ты? Во, это ты летишь? Ё-моё, какой ты большой. Да, я очень здоров. У тебя чуваки сидят сзади такие, знаешь, головы у них видно, они управляют с пулеметами. Я вижу базу, но я не долечу до нее, далеко очень. Вот, кстати, да, ты тоже нацелитесь на крестик? А у меня просто прицел там есть. Мне кажется, ты сможешь. Давай, сделай это. Ты сможешь, я знаю. Мрази, смотри. Вижу. Чат тупо для оскорблений. Да. Согласен, смотри, там мрази согласен. Согласен, да, не тесак написал. Согласен. Это ж не по мне, я надеюсь. Ёпты налево. Ястреб меня валит, да. И я сбил кого-то! Как? Нифига себе. Я в кого-то врезался, получается. Смотри, ястреб... Подожди, я убил ястреба? Видимо, да. Подтверждаю. Мрази, согласен, подтверждаю. Ок, надо. Все, я вон... Благодарю вас, он ёжик пишет. Благодарю вас за то, что вы мрази. Благодарю вас, ну. Благодарю. Благодарю. Подожди, а я не увидел, какое место у нас тут было? Да никакое. Мы еще не закончили бой же. Еще идет пока битва за. То есть нам цели. Очков не дадут за то, что я там пахал, убивал. Не, почему дадут? Надо дождаться только конец боя. Вот сейчас мы проиграем и покажут количество очков. Блин, я в ангар вернулся. Да, мать. Я вот еще пока смотрю за человеком. За браткой смотрю, брат. Братан. Як 3П. Еще ждать совсем чуть-чуть. Буквально пару секунд. Раз, два. Кирдык. Что произошло? Нужна поддержка, парень пишет. Нужна поддержка. Колхозник вот какой-то есть наш. О, мы выиграли еще. Мрази гребаные. Победа в миссии. О, победа. Да, мы выиграли, я же говорю. О, ты высоко. Я высоко, реально? Да. Потому что я там мочил ублюдков, дай боже. Ты высоко. Я самый высокий снизу, да, скажи? Да, да, да. А я самый первый, да, снизу. Самый первый? Практически снизу. Ну все, я думаю, здесь можно закончить. Да. Прекрасная карточка. Нет, ну сегодня хорошо было, кстати. Сегодня как-то повеселее было на самолетиках. Прямо сегодня оторвались в воздухе. Вообще ништяк. Я напомню, что есть ссылочки в описании под роликом. Где что можно сделать? Быстро прокачаться, получить ништячки. Да, при регистрации. Да, обязательно. Бонусы, которые помогут выжить. Угу. Все, ребят, до скорой встречи. Пока-пока. Пока.